В регионе борьба с саранчой ведется на протяжении многих лет. Наибольшую угрозу для сельскохозяйственных угодий представляют стаи саранчи, способные за считанные часы уничтожить целое поле. Сотрудники Министерства сельского хозяйства республики совместно с региональным Россельхозцентром обследовали сельскохозяйственные угодья на территории целинного РМО. В очагах, где обнаружены вредители с превышением экономического порога вредоносности, фермерам рекомендовано провести истребительные мероприятия. Всего в 2023 году на территории целинного района обследовано 102 тысячи гектаров. Заселение саранчевыми вредителями с превышением экономического порога вредоносности выявлено на площади 2,5 тысячи гектаров. По состоянию на 24 июня истребительные мероприятия проведены на площади 1,5 тысячи гектаров. Задействованы 6 единиц техники, из них 2 авиа. Ежедневно на территории республики проводится обследование, открыта горячая линия, проработан вопрос с предприятиями, осуществляющими авиаобработки. Консолидация всех заинтересованных органов и сельхозтоваропроизводителей республики позволит уменьшить популяцию саранчевых вредителей, что в дальнейшем приведет к сбору хорошего урожая и сохранит кормовую базу для сельхозживотных, подчеркнул временно исполняющий обязанности министр сельского хозяйства республики Тимур Гаваев.